В 20-м туре Ла Лиги Мальорка принимала Реал Мадрид. Мальорка любит Реал Мадрид. Ну и в этот раз она его тоже полюбила. У Мальорки не смог сыграть Капете и Вальент. Тактика 5-4-1. Но это лучшая тактика для вхождения в Реал Мадрид. Почему? Потому что закрыты фланги, идет страховка. Это значит, у Реала не стоит. Состав Реала 4-3-3. Думаю, они его не меняют. Может, под Лигу Чемпионов чуть поменяют, но в чемпионате стандартно. Дали отдохнуть Куртуа. Лунин стоял на воротах. Вроде не ошибся, но парашютик запустил. У Реала травмирован Менди, Милитао, Васкис, Бензема. Ну и постоянный посетитель лазарета Эден Азар. Самый дорогой санитар в истории Реал Мадрида. Реал в этом матче бегал без чистого нападающего. Про Диаса уже все забыли. Гол Мальорки. Идет передача с фланга. Начо Эрнандес выигрывает борьбу в принципе у Мерики. Ну и мяч по дуге залетает в дальнюю девятку. Лунин застыл и смотрел. Наверное, его заколдовали. Ну или сглазили. Там шаманы из Ливерпуля и Барселоны трудятся, не покладая рук. А это пенальти, который Реал смазал. Райкович может, судья не поможет. Райкович игрок матча. В принципе, Реал наработал на ничью, но не забил. И в последних матчах у Реала начали возникать проблемы с реализацией. Есть моменты, нет голов. Ну что можно сказать? Барселона уходит в отрыв. Уже 5 очков. Еще игра в запасе. У Реала, как всегда, остаются надежды на кубок, Лигу Чемпионов, ну и клубный чемпионат мира. Смотреть трансляции, голы можно на нашей телеге. Ссылочка на экране. Пока!